О, нифига себе! Вот эта рыба клюнула, ребята. Рыбаки, всем привет! На дворе 1 марта, минус 17 градусов мороза. И я прибыл на речку, чтобы потрясти окуньков на безмотыльную мормышку. Буду идти сейчас по всем точкам, которые у меня наработаны за зиму, проверять подводные камеры, смотреть, где будут окуньки. Там буду останавливаться и буду пробовать их ловить. Также в процессе рыбалки попробую поделиться с вами некоторыми своими наработками по части использования различных мормышек в глухозимье. Попробую рассказать, какие проводки применяю, как раскачиваю окуньков, когда они есть под лункой. Ну, в общем говоря, будем сегодня с вами ловить и одновременно вести диалог. В общем, как вы могли заметить из моих предыдущих видео, лед у нас намерз очень сильно большой, то есть порядка метра, и он неоднородный. И бурить его было достаточно тяжело. Поэтому я как бы поштудировал немного интернет. И вот люди говорят о том, что вот есть вот такие вот ножи под названием «Зверь», которые очень хорошо бурят лед. Причем разный. И типа того, что эти ножи совсем не тупятся. Вот. Ну, в общем, заказал я себе одну пару на пробу. И сейчас буду устанавливать эти ножи и проверять их в деле. Ну, пока новые, да хорошо будет, знаю, что потом будет. В общем, произошло какое-то недоразумение, и по какой-то непонятной причине камера у меня не работает. Так что не получится у меня посмотреть, есть тут рыба или нет. Так что сегодня рыбалка пройдет по старинке, без камер и других всевозможных гаджетов. Просто будем бурить и проверять лунки безмотыльной мормышкой. Ну, что уж, так бывает. Это техника, техника иногда бывает, ломается. Фига. Жестко как засосал окунёк. Вот, окунёк. Ушибки.
это да. В верхней точке как саданул. Но не саданул, прижал чуть-чуть. Толстенький какой хороший окунек. Ну прям класс. Ой. О, это мелкий. Эх ты, зацепать, сорожка. Вот нормальная плотва клюнула тоже. Без прикорма. Их упиралась вообще. Мар. Приклевывалась. И чуть-чуть дожала потом. Вот огонь. Пойдет кусок, упирается как хорошо, уже прям по-весеннему. Все-таки он тут стоит. Шок. Ох, поклевка какая была. Прям тадыщ. Он клюет локально. Пробурил уже где-то 20 лунок. Поклевки были только в двух лунках. Что наводит меня на мысль о том, что рыбка сегодня все-таки имеет настроение покушать, но не имеет настроения особо сильно двигаться. Поэтому нам ничего не остается, кроме как очень хорошо испытать новые ножи ледобура и пробурить большое количество лунок в перспективных местах. Thank you.
Проверил я еще несколько точек, наработанных за зиму. Однако окуньков тут нет. Либо они не клюют. Поэтому сейчас пойду на оставленные кем-то закормленные лунки и попробую дождаться вечернего выхода плотвы. Может быть, мне повезет, и я наловлю своих серебристых красивых рыбок. О, нифига себе! Вот эта рыба клюнула, ребята. Вот эта рыба клюнула. Вот это да. Здравствуй, дружок. А как ты тут оказался? Красавчик какой, да? Нифига себе. Пришел на кормленные лунки. Прикольно. О! Попалась сорожка на чертика. Ну, не крупная. Кивочек у меня тут идет самодельный, из металла, но он у меня рассчитан на более тяжелого черта, а я поставил наоборот чертика, который тесту кивка не соответствует, и поэтому у меня получается задавать такую проводочку, мелкие-мелкие и быстрые шажочки, вот, но вместе с тем падает чувствительность кивка. То есть некоторые предательские поклевки заметно хуже. Тем не менее. Ого. Тем не менее рыбка реагирует. Но размер, конечно, пиписочный. Обычно сорожка клюет более крупные. Вот она клюнула все-таки. Вытряси я ее. Вот речку тут. Присосалась на закате гвоздишарику. Вот такой вот у меня сегодня улов. Взял несколько плотвичек соседской кошки и несколько окушей. Поймал на ушицу. И сейчас я вам расскажу более подробно о тех снастях, которые у меня сегодня работали, и покажу мормушечки крупным планом, кивочки и удочки. Я думаю, что вам это будет интересно. С самого начала я рыбачил вот на такую вот удочку. Карбоновая балалайка. Вот такая. И самодельный кивок из нержавейки. Такой вот кивочек. Такой петелькой и мормышка. Это моя самодельная мормышечка, нимфа вольфрамовая. Принесла она мне сегодня несколько хороших окуньков, которые я взял на ушицу, и одну сорожку, самую крупную за сегодня.
Еще одна удилишка, которым я сегодня рыбачил, это вот такая вот удочка открытого типа ковалевка. Лесочка у меня здесь стоит 0,074. Кивучек гнутый из рентгеновской пленки Александра Зайцева. И также гвоздик, такой вот маленький-маленький гвоздик, тоже изготовление Александра Зайцева. Ну и удочка с чертом, также ковалевка открытого типа. Вот такой вот чертик и кивочек из нержавейки, длинный, 170 миллиметров, тоже моего изготовления. Вот такой вот кивок. Удалось сегодня за целый день немного посмотреть на поклевки, поймать немножко некрупной рыбешки. Но тем не менее, скоро придет тепло и начнется более-менее хорошая рыбалка с нормальной увесистой рыбой. Все мы, я думаю, этого времени очень сильно ждем. Ну и я вместе с вами этого время тоже жду. Конечно, было бы здорово, если бы попал примерно с десяток вот таких вот окуньков добреньких. Это была бы знатная жареха. Ну, увы, весь улов можно складывать в спичечный коробок. Тем не менее, грех жаловаться на такую рыбалку, потому что я не был на водоеме уже где-то полторы недели. Вот наконец-то выбрался, наконец-то посмотрел на поклевочки. Клюнул один более-менее нормальный окунек, который чуть хорошо так поупирался на тонкой леске 0,074. Доставил удовольствие. В общем, я сегодня отдохнул, подышал и насладился природой и рыбалкой на безмотылку. Ну и у меня на этом все. Берегите себя. Всем здоровья крепкого. Ходите почаще на рыбалку, почаще дышите свежим воздухом. Увидимся с вами в следующих видео. О, на пасашок. Красиво клюнул.